Совсем, конечно, разные условия, которые были тогда и какие есть сейчас. Я думаю, что это как раз те современные спортивные условия, вся необходимая инфраструктура для занятий спортом, ну и не только для наших студентов, но и для... Самое главное, чтобы вся эта инфраструктура сейчас работала на гор, потому что она большая, достаточная и, конечно, не должна превращаться в такой закрытый клуб только для спортсменов. Здесь всегда должны работать секции. Во всем мире, кстати говоря, спортивный зал даже с 4 утра работает, очень активно используется. 4 утра рановато, но вот я с 6 с полседьмого тренируюсь, вполне себе комфортно можно тренироваться.